Нет истины в плоти, только предательство. Нет силы в плоти, только слабость. Нет постоянства в плоти, только распад. Нет определенности во плоти, только смерть. С момента зарождения человеческой цивилизации знания были одним из самых ценных сокровищ. От методов добычи огня и способов охоты на диких животных до чертежей смертоносных танков и тайны строения атомов, любопытство и изобретательность вели человечество к процветанию, открывая все новые и новые горизонты, все дальше отодвигая границы невозможного. Однако восстание машин, развернувшееся в конце темной эры технологий, и последующая изоляция людских миров смогли пошатнуть эту незыблемую парадигму. Человечество утратило почти все добытые за тысячелетия сокровища, оказавшись на грани выживания. Страх перед событиями прошлого и ужас перед неизвестностью будущего смогли породить пусть внешне и развитую, но абсолютно дикую в своей сути культуру, где машины более не служат людям. Потеряв статус инструмента, они стали самой сутью, божественным проявлением, возносящимся над слабостью плоти. И теперь творцы служат своим творением, собирая по кусочкам утраченные знания и оберегая священные артефакты прошлого. Восставший из пепла былой цивилизации культ Механикум стал по сути монополистом в области технического прогресса и промышленного производства среди всего человечества. Являясь империей внутри империи, техножрецы смогли сохранить и не снившийся другим адептусам уровень автономии. Внутри их организации существуют свои законы, часто противоречащие и пренебрегающие Lex Imperialis. Их религия никак не связана с экклезиархией, а их военная мощь не зависит от интересов командования Имперской гвардии и магистров Астартес. С точки зрения остального Империума, их легко можно было бы объявить еретиками. Однако даже самые фанатичные священники понимают, чем грозит Империуму отречение тех единственных, кто понимает, как работают все те технологические чудеса, без которых существование человечества станет просто невозможным. Однако, несмотря на близость к технологиям и пренебрежение к общим порядкам Империума, жизнь на подконтрольных Механикум планетах, будь то обычный мир Кузница или сам Марс, трудно назвать радостной. Любой простой человек, оказавшийся на такой планете, очень быстро соскучится по такой простой и такой теперь недостижимой вещи, как тишина. Миры Кузницы никогда не останавливают свою работу. Одна отработавшая смена на мануфакторуме тут же заменяется другой. Круглосуточно эти миры наполнены какофонией работы колоссальных механизмов, шипением гидравлики и гулом трансформаторов. Нет такого места, где можно было бы спрятаться от этого всепроницающего шума, ставшего вечным музыкальным сопровождением для любого, кому не повезло оказаться у станка, являясь при этом обычным человеком. Впрочем, в этом случае шум вряд ли станет самой большой проблемой. Весь ужас простого человека на планете Кузница заключается в том, что он просто не нужен своим хозяевам. В построенной техножрецами системе человек давно перестал быть главной единицей производства. Плоть слаба, и с ней слишком много мороки. Любой человек будет оставаться таковым, только пока способен работать. А если по какой-то причине он больше не может поддерживать свою эффективность, то его проще отправить на сервиторизацию или переработку. Для механикумов нет никакой разницы между рабочим и сервитором. В конце концов, человек продолжит выполнять свои функции, а став ближе к машине, он станет лишь более совершенным в глазах техножрецов. Однако такое обращение с людьми со стороны механикум диктуется лишь их прямолинейной и сухой логикой, которой подчинены и сами носители красных плащей. Техножрец – такой же инструмент на службе амнисии, как и любой другой человек, разница лишь в функционале. Достигнуть возвышения и максимальной эффективности можно лишь слившись с машиной, отказавшись от слабостей и пороков плоти. Техножрецам чужда праздность, а бездействие преступно. Такие мелочи, как свободное время или комфорт проживания, не имеют никакого значения. Все, к чему следует стремиться, лишь максимальная эффективность работы. Разумеется, это не делает их безмозглыми роботами, однако такая логика нашла свое отражение во всех аспектах их жизни. Для непосвященного даже простой разговор о двух техножрецов будет представлять собой бессмысленный набор сигналов,
Имперский готик, будь то низкий или высокий, слишком примитивен в своей структуре и не подходит для выходцев с Марса. Технолингва позволяет им передавать гораздо больше информации с куда более высокой скоростью, минуя ненужные речевые обороты и даже паузы между словами, которые нужны людям для дыхания. Помимо способа интеракции между собой, бинарный язык также является удобным инструментом для передачи команд, как явных и примитивных, так и более глубоких. Гений отцов-основателей культа Механикум был настолько велик, что в их традиционных военных псалмах содержатся бинарные строки программ и протоколов. Каждый гимн закодирован в звуке так, чтобы наполнять благодатью воинов культа Механикум. У каждого сервитора, робота и жреца под кожей проложена сеть электротатуировок, гудящая от славы машинного бога и придающая сил, когда вокруг бушуют сражения. Техножрецы приписывают результирующий скачок эффективности вдохновляющему воздействию веры, забывая, что каждый слог содержит достаточно элементов бинарного языка, чтобы пробудить даже в самом простейшем сервиторе убийственную ярость. И действительно, молитва машинному богу в буквальном смысле придает правоверным столько мощи, сколько нужно для победы. И тому, кто увидит электрический религиозный экстаз процессии культа Механикус во всем великолепии, очень повезет, если он останется жив. Впрочем, этот способ общения иногда становится и причиной неудобств. Несмотря на свою структуру, технолингва, подобно любому другому языку, может изменяться со временем. И разделенные тысячами световых лет техножрецы в случае встречи будут вынуждены использовать лишь неизменный базис языка, который хоть и остается гораздо более эффективным способом передачи информации, чем готик, все же ограничен в своем функционале. Подчинена сухой логике и сама организация Adeptus Mechanicum. Каждый техножрец сосредоточен на выполнении своих прямых обязанностей, и лишь немногие, кто смог подняться достаточно высоко в иерархии культа, вольны сами определять свои задачи. Впрочем, даже они подчинены главной цели – поиску и сохранению знаний прошлого. Внутри культа Mechanicum существует множество направлений, определяющих функции. Термин «техножрец» покрывает тысячу разных ролей. Генеторы исследуют таинство живого, создавая все более причудливых киборгов или тысячами убивая ксеносов, ради того, чтобы извлечь из них новые секреты. Ремесленники творят и восстанавливают поистине чудесные инструменты войны, от вычурных гамма-пистолетов до упомрачительно огромных космических ковчегов. Магосы всех толков преследуют ведомые только им цели, которые в равной степени могут закончиться как триумфом, так и катастрофой. По всей галактике трансмеханики, лексмеханики, технопровидцы, секуторы, трифакторы, мирмидонцы и техношаманы трудятся, не покладая рук вместе с остальным Империумом, укрепляя военную машину человечества. Глупо было бы предполагать, что генерал-фабрикатор Марса лично занимается вопросами работы внутренних сетей или спецификой производства передаточного вала с конкретными допусками и степенями обработки. Для этого есть другие техножрецы, стоящие ниже в иерархии. Впрочем, даже не удостоившиеся должности генерал-фабрикатора Магосы тоже не станут заниматься низовыми элементами производства, в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Любой Магос – это признанный специалист в своей области, вольный самостоятельно определять свои задачи. Если один из магосов Биологис придет к выводу, что для блага человечества и амнисии необходимо обработать весьма специфические органы генокрадов не менее специфическим химическим составом для достижения еще более специфических результатов, значит так тому и быть. И в своем стремлении заполучить эти самые органы, он волен использовать все находящиеся в его распоряжении ресурсы. Однако помимо магосов, существуют и более узкоспециализированные техножрецы. Логисы занимаются логистикой, анализом и статистикой. Их цель состоит в том, чтобы предсказывать будущие тенденции и делать прогнозы о затруднениях и потребностях. Они рассматриваются как вычислительные машины и предсказатели. Генеторы – ученые в области генетики и биологии, обладающие глубоким пониманием человеческого генома во всем его многообразии. Они очень широко представлены среди Adeptus Mechanicum, возможно из-за того, что на Марсе во время Эры Раздора Mechanicum часто приходилось иметь дело с мутантами. Генеторы часто сопровождают имперские силы, вовлеченные в исследование новых миров,
чтобы проверять население на предмет соответствия нормам мутаций. Ремесленники проектируют машины, здания, космические корабли, оружие и военное оснащение. Они контролируют множество сервиторов. Не стоит забывать и электрожрецов с технопровидцами, без которых невозможна работа даже основных структур Империума, вроде Имперской гвардии. Трансмеханики выполняют роль техников или сервисных инженеров, специализирующихся на коммуникационных технологиях. Подобно технопровидцам, они часто назначаются для работы в другие имперские организации. Цель лексмехаников состоит в том, чтобы собирать и рационализировать данные так, чтобы они могли быть введены в банк центрального компьютера. Они работают со скоростью и точностью вычислительных машин, собирая рапорты с полей сражений, экономическую статистику, планетарные доклады и тому подобное. Они работают во всех структурах Adeptus Terra. Рунические жрецы пишут руны и читают литургии над машинами, как часть принятого в культе механикум ритуала инициирования новой техники. Они обучены тайным знаниям, таким как интуитивная механика, построение предположений и импровизация. Рунические жрецы известны тем, что способны решить проблему там, где прямая логика и стандартные процедуры не действуют. Знание нужно заслужить, а не просто украсть. Как Прометей некогда украл огонь и направил человечество по его пути. Одно дело стоять на плечах титанов, другое дело претендовать на их мудрость как на свою. И только разумы, которые существовали каждую секунду с момента, когда галактика начала свое медленное вращение, могут надеяться постичь ее и не быть уничтоженными. Впрочем, несмотря на столь мощную организацию, сосредоточенную лишь на техническом прогрессе и производстве, этот самый прогресс за 10 тысяч лет не смог превратить Империум в государство вечного процветания и триумфа человеческой жизни. Многие даже скажут, что современный Империум в этом плане является лишь бледной тенью того, чем он был во времена, когда Император ходил среди людей. И в чем-то они будут правы. За 10 тысяч лет многие знания были утеряны. Многое было забыто, многое уничтожено. И сама природа культа Механикум не позволяет воспроизвести то, что было потеряно. Перед техножрецами в большинстве случаев даже не стоит задача по разработке и внедрению инноваций. Напротив, любое отхождение от догм и инструкций является техноересью. Реальность такова, что техножрецу вовсе не нужно понимать принципов работы плазменной винтовки для налаживания их производства. Достаточно лишь существующих инструкций. Согласно культу Механикум, человечество уже изобрело все, что было необходимо, и в своем стремлении к прогрессу зашло слишком далеко, поставив себя на грань уничтожения. Для триумфа достаточно лишь найти утерянные обрывки знаний прошлого и не повторить пути предков. Вместо создания искусственного интеллекта, человек сам должен стать машиной. Вместо изобретения нового – сохранять старое. Вместо потакания и слабости тела стать единым с механизмами, ибо плоть слаба. Презрите тех, кто говорит о божественной органике. Они звери, презирающие знания. Энтропия и страх ведут их к исчезновению. И галактика не будет скорбеть по ним.